Яков, адвокат дьявола ты, понял меня? Вот так обычно тихо в приюте. Никто не лает, только птички поют. Бублик, заткнись! Сейчас. Понял? Давай. Ай ты мой маленький. Эй, товарищ, спасибо скажи, хвостом виляет. Да, тем более. Так ты тут живешь? Нормально, он живой, все в порядке с ним. Сейчас смотри, он чистый. Его помыли, видать, мать вылезала. Ну, шикарный им обед сегодня, да? Мы хорошие, не бойся, у нас нет ружья. Вот он наш. Капитан. Капитанчик. Ну, шикарно. У меня на день рождения такого обеда не было. Как у вас сегодня. Опять вышел. Аппетит есть, все нормально. Еще тренажеров для собак привезли, короче. Вон их сколько. Вот сколько тренажеров для собак. Вот так вот почистил территорию. Ну-ка, поясни, что тут у нас будет? Вот это, что такое вот тут? Заходят, ложатся домики двухэтажные, там они чувствуют, в принципе, себя довольно-таки уютно. На этих домах в дальнейшем будут строительство таких же сказочных домиков, чтобы это была полноценная сказочная деревня, город собак. Вот эту лопату нам подарили добрые люди. Спасибо им за это. Ты как телевизор у него. Говорят, развлечений нету собак. Работай, папа, работай. То есть это удобно, когда тебе рукоприкладство применяет, вот так вот сделал, и сразу видно, кто тебя трогает, да? Кусайте, а, товарищ. Почавкай хоть немножко. Что у них сегодня на обед? На обед? Мясо с кашей. Мясо с кашей. Вылизывает начисто. Сейчас. Понял. Давай. Ай ты мой маленький. Хватило голоса, да, позвать нас? Сила к воле, к жизни есть, значит, выживет. Эй, товарищ, спасибо скажи, хвостом виляет. Да, тем более. Так ты тут живешь. Вон он этот, дохляк. Боже, угу. На видео не видела, как мы его вытаскиваем? Нет. Попробуй подойти. Нормально, он живой, все в порядке с ним. Ну так он 3 дня там лежал, конечно. Сейчас смотри, он чистый. Его помыли, видать, мать вылезала. Принеси, пожалуйста, еще там эти пакеты. Что, еще будешь? Че? На свои же, на. На, покушай. Ням-ням. Че, будешь кормить? Угу. Ну, шикарный им обед сегодня, да? Иди, иди. Кушай. Мы хорошие, не бойся. У нас нет ружья. Угу. Все. Ну, он, видать, не падал никуда. Все, давайте отходим чуть-чуть. Иди, 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 кушай. Вот он наш. Капитан. Капитанчик. Заслуженный капитан. Пускай восстанавливается. Ну шикарно. У меня на день рождения такого обеда не было. Как у вас сегодня. Опять вышел. Аппетит есть, все нормально. Ну все, видно, что ему помощь-то не нужна. А это то место, где мы нашли позавчера погоны. Вот тут подъезжало что-то вроде газельки. На задней оси по 2 колеса. Вот он подъехал. Ну, колеса видно узкие, скорее всего, газель какая-то. Пикап, может быть. И вот тут вот. Еще тренажеров для собак привезли, короче.
Вон их сколько. Все. Тут тренажеры для собак. Вот это все тренажеры. Вот сколько тренажеров для собак. Самое главное, погоны теперь проблематично найти новые. Так, единственное изменение, вот эти два ящика переместились вот сюда. А раньше были вот здесь вот. Что тут не убрано? Все так же. Тут же мусор. Те же замки. Ведро появилось. Все то же самое. Ну, тут небольшие изменения. Здесь тоже без изменений. Это у нас заезд, а вдоль заезда вот тут мусор лежит и какие-то непонятные металлические конструкции. Железобетон. Возможно, мост какой-то разбирали. Непонятно, что это такое. Но по идее дорога за вот этой вот стеной железобетона должна проходить. Не вот здесь вот, а вот туда она за железобетон должна проходить. Так вот почистил территорию. Ну, это скоро уберу. Ну-ка, поясни, что тут у нас будет? Вот это, что такое вот это? Это площадка под домик. Будет строиться домик из шлакоблоков. Получится домик 2,5 на 2,5 на 2. Вот высота будет 2 метра.
Всем привет! Сегодня зимний солнечный день, и Верность ТВ решила опять подарить вам ролик. Каменное сооружение довольно-таки надежное. Сегодня минус 10, и наши барбосы, ну, сейчас повылазили поиграть, побегать на солнышке, видно, что они сейчас носятся. Но, тем не менее, тем, кому холодно, уже находятся и живут, и греются в этих домах, там, где теплая температура. Вы можете наблюдать, что там тепло, греют полы. Это я вам сейчас покажу на другом домике. И там сейчас на данный момент, вон, я вижу, собака лежит. Саня, покажи нам, кто там ночует сейчас. Не ночует, а живет. Вот, я вам сейчас покажу. Заходят, там теплый пол, они греются и чувствуют себя прекрасно. Работает датчик, полы греются, там тепло, все как положено. Свет в домике включаем на ночь. Для наших лохматых друзей. Заходят, ложатся домики двухэтажные, там они чувствуют, в принципе, себя довольно-таки уютно. На этих домах в дальнейшем будут строительство таких же сказочных домиков, чтобы это было полноценная сказочная деревня, город собак. В будке у собаки должно быть плюс 7 градусов. У нас там 100% больше. На 10 собак. Но мы предполагаем, что их здесь будет собираться гораздо больше. На 12, по 15 собачек будет. Вот это самый оптимальный вариант, который подходит для содержания животных и под закон, и под все остальное. Обратите внимание, как из трубы валит дым. Просто, ну, чудесным таким образом. Для имитации дыма, как вот деревня топится, дым идет. Наши питомцы могут зайти и погреться, и ночевать на теплых полах. Это круто, просто круто. Целая деревня, целый собачий городок, город, скажем так. Я не знаю, как мы его там назовем, Гавград, или как он будет называться, не могу сейчас сказать. Твой город, если он начал существовать, он рано или поздно разрастается. Разрастается его инфраструктура и все остальное. И здесь также. Вот вечером здесь, когда мы включаем свет, и очень интересно со стороны наблюдать, как стоит небольшая избушка, в ней тепло, в окнах горит свет. Это круто, на самом деле. На 10 собак, да? Ну, где-то в районе 10 собак здесь будет, получается, вся площадка. Это будет зона выгула, тут просто будет забор. Собаки будут на свободном выгуле, огорожено будет забором. А так как по новым законам содержание собак на цепи можно только охранных. А выгул сколько будет? 10 на 2? 20 метров? 20 квадратов, да? Да. Вот. То есть домик двухэтажный на 10 собак и да. 20 метров выгул. Да. Чтобы собаки тут будем подбирать по характеру. Это такое подожди. Содержание собак. Подожди. Бублик, заткнись! Чего? Такое содержание собак помогает для их социализации. То есть ну они... все, бесполезно записывать. Добрые люди, спасибо им за это. Да не за что, на здоровье. Благодарствую. Благодарствую. Янис активно помогает утрамбовывать эту кучу. Янис, Янис, иди помогай. Устал. Уработался, парень. Смотреть-то, это ты как телевизор у него. Говорят, развлечений нету собак. Давай, давай, не отвлекайся. Такие вещи можно смотреть вечно. Как течет вода, как горит огонь, и как кто-то другой работает. Вот я не спознал дзен, да? Работай, папа, работай.
сейчас они, грубо говоря, 30 метров кладут. Мы профессионалы, так что мы будем это делать намного дольше. Слушай, классный телефон, тут есть этот, широкообзорный этот угол. Угловой. То есть, когда направляешь на себя, он не только тебя захватывает, но и вот, вот там, вот и там. То есть, это удобно, когда тебе рукоприкладство применяет, вот так вот сделал, и сразу видно, кто тебя трогает, да? Я не скажу, что ты у меня-то скажешь, я тебя чувствую, трогаю, что ли? Ну, вкусно тебе, а, товарищ? Почавкай хоть немножко. Что у них сегодня на обед? На обед? Мясо с кашей. Мясо с кашей? Да. Больше мяса, чем каши. Собаки получают полный рацион. Овощи, мясо, каши, как положено. Когда каша вкусная, то и миски чистые. Да, Яня? Чего сказать? Чего тебе сказать? Надо сказать, я ем. А можно вам грязную посуду привозить? Если только после вкусной еды. Можно состав поменяться. Ну, я смотрю, вылизывает начисто. У меня уже руки отваливаются. Во. Рыжик, будку ждешь, да? Домик ждешь? Сноу. 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 Во-во-во-во.